Я действительно очень рад быть здесь. По делу, что вы приехали, и не один, а с большой командой. Приехали в Армению в непростое время. Очень трудное время, было сказать, на свои друзья, что это кризисное время. Потому что проблемы у нас психологические для общей нации, эмоциональные, психологические. У нас большие проблемы с экономикой, естественно, тяжелое состояние, послевоенная ситуация и COVID, к сожалению, многое другое. Ну и во внешней политике не просто. Достаточно посмотреть, кто у нас вокруг и что там творится. Так что большое вам спасибо. Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы делаете для Армении, для региона все эти годы, будучи министром внутренних дел Российской Федерации. И особенно в эти очень трудные дни, военные дни, я хотел попросить вас, чтобы вы поблагодарили меня лично, всего армянского народа, Владимир Владимирович. Я имею в виду именно всего армянского народа, не только из отцов, из Армении, но вот всех независимых. Еще один раз мы получили подтверждение того, что друг познается в беде. И действительно, независимо от того, где армяне живут, они знают, что если бы не было ваших, если бы Владимир Владимирович, ваших усилий, сегодня бы мы продолжали терять молодые жизни. С первых дней военных действий мы знаем, что все усилия руководства Российской Федерации и лично президента были направлены на то, чтобы остановить. Спасибо за это. С моей стороны, я хочу сказать коротко то, что я думаю, что у нас сегодня две проблемы, проблемы, которые нужно не только решать, но и следить, чтобы они не стали большой проблемой. Это первое, что остановка военных действий, она не только бы, как она состоялась за этот месяц, за это время, она продолжалась как там отмечено последующие годы. Для Армении это абсолютно важно, для Армении это жизненно важно, потому что если военные действия начнутся, это будет еще одна огромная катастрофа для страны. И второе, что меня очень волнует, это стабильность в нашей стране. И они оба связаны с нестабильностью. Вот эти договоренности кто-то поставить под вопросом, а стабильность абсолютно важна. Потому что несмотря на трудности, состояние и кризис, всегда можно найти решение. Я думаю, что для армянского народа, который, в принципе, потерял, в общем, поражение в этой войне, но это не означает, что нация или государство потерпело поражение, потому что, я думаю, все наши дети, внуки, все наши друзья и недруги будут смотреть, как Армения выходит из этого состояния. Если она будет выходить с достоинством, то все вместе в этом народе, они просто винят кого-то от другого, тогда мы сможем сказать, что все-таки мы сильная нация. Так что еще раз благодарю вас. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность встретиться с вами в рамках визита, который осуществляется в составе большой межведомственной делегации Российской Федерации, делегации представлены и вице-премьеры, и министры, и руководители ведомств, и российских компаний, которые напрямую участвуют в нашем многопрофильном союзническом, партнерском сотрудничестве. И переговоры, которые сегодня здесь проходят, они позволят посмотреть на все, без исключения, области наших связей и договориться о том, как их углубляться, как их делать более эффективными, прежде всего, с точки зрения эффекта для наших граждан. И, конечно же, мы очень рассчитываем, что торгово-экономические, инвестиционные связи, которые, кстати сказать, минимальны в период коронавирусного эффекта,
признателен президент Путин, меня просил лично это вам передать, за ту оценку, которую вы высказываете, подавляющее большинство в Армении политиков и просто обычных граждан в связи с принятием 9 января совместного заявления президента Азербайджана, президента Армении, президента Российской Федерации. Как вы и сказали, это заявление позволило остановить войну, перемирие впервые после многочисленных призывов и даже договоренностей, которые до 9 января являлись, оно работает реально, потому что есть механизм обеспечения прекращения огня, это развернутая миротворческая операция с согласием Азербайджана и Армении, которые уже выполняли свои функции, как обеспечение безопасности, соответственно, режима прекращения боевых действий, так и по оказанию гуманитарного содействия населению Нагорного Карабаха. Эта миссия миротворческая определяется еще одной гуманитарной акцией. По указу президента Путина создается межведомственный центр гуманитарного реагирования, который будет активнейшим образом помогать решать гуманитарные вопросы населения. И мы к этой работе активно привлекаем международный бизнес. Красный Крест, который здесь давно работает, и в том числе он работает в Карабахе, и организации системы ООН буквально в повседневном режиме мы подчеркиваем необходимость их инициативной роли в этом вопросе. Ну и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы выполнение, четкое выполнение всеми странами, при содействии России, заявление 9 ноября помогало быть стабильным.